Ну, вот я и в Москве. Иду сейчас в Озон получать свои заказы для нового мастер-класса. В Москве тепло, снега нет, а на даче снег. Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Вернулась я из магазина. О, закашлялась от счастья. Ой, ребят, всего накупила. Да ладно тебе, ну прям вот закашлялась уже, закашлялась. И не надо тут жалом водить. Смотрите, как жалом водит, эй. Правильно, потому что там у мамы уже готовая курица. Готовая. Решила на все плюнуть, купить готовую курицу, потому что готовить уже не то что времени, сил нет. Есть хочу, да, Женек? Дай сапоги поставлю. О, видите, в сапогах-то я хожу. Вот тут у меня курица. Вот тут. Тащим ее скорей. Женька, отвали. Отвали. Тащим скорей, скорей, скорей. Ой, вот тут. Ребята, я получила посылку от Елены Тагашевской. У меня зонтик над головой. Смотрите, какая красота. Какая в Москве красота. Ребята, я в сапогах. Посмотрите, какая прелесть. Прям ковер. Ой, как красиво. Необыкновенно красиво. Я уже бегу домой с посылкой. Скоро вам покажу, что я получила. Ребята, я вот иду под дождиком. По зонтику колотит дождик. Вы смотрите, какая красота. Боже мой. Ну, необыкновенно хорошо. Ребята, Борис приехал, сумок было больше, сразу вам говорю. Я уже почти все разобрала, но здесь не все наше. Вот это вот я Любашке отдаю, мой мирок орхидей. Завтра человек приедет, заберет. Вот тут вот кое-какие подарки для нее, яблок наложили. И еще, ребята, ваша тетя Люба нахапала столько всего, что вот этот вот ящик она отдает Любашке, мой мирок орхидей. Красного Будду. Вот такую красивую бабочку. Вот такую. Варигатные тоже. Ну, в общем, здесь много всего. Любанечка разберется сама. Вот. Так что все разобрали, все сделали. Но у меня еще и много остается орхидей. Потому что, ребят, не учла, что они растут. Что их пересаживаешь в большой горшок. И они не умещаются. Поэтому вот пришлось вот так вот поступить. Но так как у Любашки руки надежные, я не боюсь за них. Все будет хорошо. Они очень многие, видите, вот на цветоносах. Вот у них, видите, сколько цветоносов. Вот цветонос. Вот самое главное, чтобы этот товарищ, который приедет... Там еще внутри еще цветонос. Это я уж не показываю. Вот еще цветонос. Вот в стекле я их тоже хочу ей передать. Вот. Так что это все ей. Лишь бы товарищ только все это не поломал. Я тоже спущусь вместе с ним. И... помогу ему все это загрузить. Да, ребята, вот так бывает. Вот так бывает. Чихать. Хорош чихать. Я говорю, доброе утро, страна. Слышь, Боба? Женя, доброе утро. Боб, яйца сваришь? Боба. Да, да. Что такая активная штука? Да потому что в 7 часов утра проснулась, как из одного места на лыжах. Наташа попросила, чтобы она меня разбудила. А она меня не разбудила 6:30. Человек звонит, а я ногами засучила по постели. И не знаю, за что схватиться, где мой телефон и вообще он ли это звонит. Так хорошо спала, так хорошо спала. Потом вскочила, человек такой бодрый, голос у него веселый. Доброе утро, я вас не разбудил. Я говорю, ой, как хорошо, что вы меня разбудили. Я говорю, сейчас я буду собираться и к вам выходить. А сама не знаю, за какой носок схватиться и за какую штанину. В итоге забыла ключи от квартиры. В итоге забыла Любе передать женское счастье. Поделиться женским счастьем. Вот такой итог в результате. Господи, то не спишь ночью до 2, до 3. А то как вырубила.
Так всегда бывает. Ушел Боба. Не хочет слушать меня. Мы по нему скучали, а он слушать не хочет. Ой, девчонки, мальчишки. Ласточка, ласточка, ты передай привет. А как там дальше? Какому-то мальчику 17 лет. Красивая. Этому мальчику тата 16 лет. Решетку надо мыть. Опять. В квартире не жили, а решетки грязные. Что за дела? Да, Жень? Я акын. Что вижу, то пою. Акынчик. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Еще орхидеи даже не засветились, уже встань пораньше. Завтрак на столе. Где колбаса начата? Я ее не начинала еще. Колбасу твою. Надо есть начатую. Ребята, я получила сумку от Елены Тагашевской. Вот, помните? Я, ну, не знаю, помните, не помните, вот хочу показать. Вот такая сумка мне очень понравилась, но мне не понравилось, что у нее нет длинного ремня. А мне очень-очень хотелось длинным ремнем. Так вот, Лена подобрала по моей просьбе длинный ремешок к этой сумке. И вот она мне эту сумку прислала. Давайте разглядывать. Карман снаружи. Очень глубокий, вот ну очень. Я вообще люблю, когда сумка многофункциональная, и в ней, вот, здесь тоже рука влезает моя, и в ней много карманов. Я люблю ключи и карточку для... И тут тоже глубокий, вот, до середины прям доходит, видите, какой. Красивая сумка, здесь кармана нет. Вот, так что, так, по спинке тоже есть кармашек. Сейчас покажем. Вот такой карман тоже влезает рука с растопыренными вот так вот пальцами. А если не растопыривать, то вот так влезает. Вот, тоже хороший кармашек, тоже функциональный. Ну, ручки длинные, в принципе, можно на плече и так носить. Красивая, она мне очень нравится. У меня пальто все, знаете, такие синие, черные, серые. Так, здесь вот одно отделение. Открываем. Ага, и обнаруживаем пакет. Да, Лена сказала, что... У меня в сумке идет подарок-платок. Мы с вами чуть-чуть попозже это дело все откроем, посмотрим. Так, а вот ремешок, который прислала Лена. Видите, вот он ремешок. Так что можно зацепить вот так. Вот, и будет сумка с длинным ремешком. Я люблю длинные ремешки, поэтому вот так будет с длинным ремешком. И он тоже регулируемый. Так, что здесь еще? Вот видите, открываю при вас первый раз сумку, даже молния еще не открыта. Так, нет, закрыла. Вот так. Так. Здесь тоже карман глубокий, рука влезает. И подкладка вот такая вот атласная. Посередине, как Лена говорит, сейфик-перегородка. Вот это очень ценная перегородка. Я всегда себе беру сумки с этими перегородками. Тоже она большая, она идет до самого дна. И там дырки, кстати, нет. Я имею в виду вот между перегородкой и отделениями. Вот здесь вот дырки нет. Иногда бывает, и поэтому, что сюда положишь, оно под этот сейфик-перегородку улетает. Большая сейфик-перегородка, хорошая. Так, ну и, как обычно, вот эти вот боковые карманы. Один поуже, второй пошире должен быть. Но тут они, по-моему, одинаковой ширины. Нет, да, вот этот поуже, а этот пошире. В общем, я очень довольна. Сумка замечательная. Вот просто замечательная. Не знаю, есть сейчас они у Лены в продаже, нет. Но вот она мне тогда так понравилась. Ну, я люблю такой, да. Вот когда на меня посмотришь, сразу можно понять, что вот такие сумки мне нравятся. Серенькая.
отделочка. Здесь вот она такая под патину сделана, гладкая. Вот такой вот ширины. Видите? Не, ну она хорошая такая, очень приятная сумочка. А вот здесь как будто это кружево. Атласная, пуговка золотая. Мне очень нравится. Очень нравится. Поэтому я мечтала об этой сумочке. И вот Лена мне ее прислала. В подарок к любой сумке. Ой, ребята, а донышко-то какое? Посмотрите. Посмотрите, донышко какое. Прям красота, да? Смотрите, вот моя рука. И вот ширина донышка. Такая хорошая сумка. Так, теперь давайте посмотрим, что здесь. Здесь Лена сказала, что она мне прислала к этой сумке в подарок платок. Давайте смотреть. Сейчас откроем. Сейчас я за ножницами схожу. Я на почте все открыла, чтобы коробку мне не тащить. Так, главное платок не разрезать. Вот, коробку оставила на почте, а все остальное взяла с собой. Так, а это что? Ага, вот оно что. Вот оно что. Я люблю платки гусиные лапки. И Леночка об этом знает. Так, поэтому она мне в подарок, видимо, к этой сумке прислала платок. Так, ребят, как открыть-то? Платок гусиные лапки. Так, сейчас достанем и глянем. Так. У Лены в подарок к сумкам всегда идет платок. Причем такой, какой вы выберете. Боже ты мой. Боже ты мой, ребята, он нежный-нежный. Он приятный-приятный. Я не знаю, я когда в городе, я часто очень ношу платки, палантины. Это платок. Это платок. И он очень нежный. Это кашемир. Это кашемир, он наилегчайший. Он очень приятный. Так, подходит ли к этой сумке? Опа, подходит. Смотрите как. Просто вот замечательно подходит, да? Сейчас я немножко подправлю, так, чтобы видно было. Чуть-чуть подальше отодвинем. Сейчас, ребят, вот так подниму. Вот, смотрите. Замечательно подходит. Кашемировый платок. Легкий, прозрачный. Вот так на свет даже вдвое смотришь. И он прям вот прозрачный-прозрачный. Тепленький-тепленький. И очень нежный. Ну, красота. Ну, красота же, посмотрите. Красота. Так, но я также знаю, что к платку, если вы купите платок, Леночка в подарок вам тоже кладет платок. Представляете? Но это очень выгодно. А вот это платок коты. Я его когда увидела, я говорю: Лена, какие классные коты, какие замечательные коты. В общем, короче, эти платки коты, ребята, у Лены расходятся, как горячие пирожки. Мне понравился вот такой мятный. Ой, нежность. Ой, какая нежность. Боже ты мой. Ой, какая нежность. Я у Лены смотрела видео о платках. И я знаю, что эти платки двухсторонние. Это не платок, а палантин. Нет, платок. Это платок. Вот с одной стороны он вот такой вот, видите, мятный, в клеточку. И изящные кисти. А с другой стороны, это котики. Смотрите, какая прелесть, да? Прям вообще замечательный. Вот так для акцента этот платок тоже можно с этой сумочкой носить. Правда? Смотрите, красота какая. А так как с противоположной стороны, с изнаночной стороны точнее, есть еще вот такая отделка, так что под эту отделку может подойти любая одежда. Очень приятный. Ну, я вообще люблю кашемир. И у Лены платки, конечно, изумительные. Но так, чтобы к платку шел платок в подарок, я такое вижу впервые. Я еще понимаю, к сумке платок, да? Но чтобы к платку шел платок в подарок, это вообще, ребята, шедевр. Шедевр. Лена выпустила видео по поводу платков. Не знаю, есть там коты или нет, но надо будет посмотреть. Но я думаю, что там
помимо котов есть разнообразные платки. Сейчас новогодние праздники, поэтому, мне кажется, стоит зайти на канал к Леночке, посмотреть, какие у нее там великолепные платки, заказать платок и получить платок в подарок. И подарить своей близкой подруге, сестре, маме, там кому угодно, кому захотите. Очень здорово, мне очень нравится. Красиво, и красиво, и нежно, и тепло, и новенькое что-то. Вот, еще я вам на даче жаловалась, что, ну не то, что жаловалась, а сказала, что Маша, у нас с Машей одна сумка на двоих была дачная. Вот, обмолвилась об этом Леня, и она мне прислала гуляльный кошелек для дачи. Женька, не лезь, не лезь. Сейчас я открою. Так. Сейчас, ребята, все не просто так. Ага, вот. Гуляльный кошелек. А так как я заказала гуляльный кошелек, то мне в подарок еще платок. К каждой сумке в подарок идет платок. О всех скидках, о всех подарках можно узнать у Леночки на канале. Она все подробно рассказывает. Заходите, смотрите, заказывайте. И любой покупатель, я так думаю, каждый из нас останется обязательно довольным. Так, ну что, сначала мы распаковываем гуляльный кошелек, да? Ну, уже по традиции. Сначала одно, потом другое. Сейчас, ребята, Лена, видите, как упаковывает? Ни влага, ни грязь, ничего не проникает. Так. У меня есть гуляльный кошелек, но для города. А для дачи мне было жалко. Но я знала, что у меня там есть какая-то сумка, которую я, в общем-то, и брала с собой, чтобы положить туда карточку и телефон. Вот. А тот кошелек, что присылала мне Лена для города, мне жалко было для дачи. Так. Опа-на. Вот такой гуляльный кошелек я получила от Лены. Он с двумя отделениями. Вот одно отделение. Здесь уплотнитель, кармашек. И вот другое отделение. А здесь уже длинный ремешок. Есть еще ремешок на руку, но обычно этим ремешком редко кто пользуется. И также внутри здесь есть... маленький кармашек, который на молнии. У меня есть такой гуляльный кошелек для города, он вертикально расположен. А этот гуляльный кошелек, он вот такой, горизонтальный. Ой, чуть не уронила. Горизонтальный. Вот так он выглядит. Я специально Лене сказала, что какой-нибудь такой серенький, потому что на даче его таскать, чтобы он не пачкался. И длинный ремешок. К этому кошельку. Довольна, конечно. Конечно, я очень-очень довольна. Теперь мы с Машей не будем из-за этого драться. Если Маша захочет этот кошелечек гуляльный, я ей, конечно, уступлю. Вот. А сама буду ходить со старым. Так, это раз. И еще Лена прислала мне в подарок к этому гуляльному кошельку платок. Вы знаете, мне кажется, вот раздачи подарков таких вы нигде не отыщете. Ни на одном канале, ни в каком магазине. Просто такого нет. Так. Поэтому у Леночки очень выгодно заказывать. Опа. Опа. Вот такой палантин с геометрическими кругами. Ребята, это тоже кашемир. Но насколько же это нежная вещь. Он тоже двухсторонний. Девчонки, смотрите, он тоже двухсторонний. С одной стороны город. Господи, этот же платок. Вот хорошо, Маша не носит платки, да? Этот платок и к этой сумке тоже подойдет. И к гуляльному кошельку, да? И к этой сумке. Боже, какая красота. Смотрите, и сюда, да? И сюда. С одной стороны город с церквями. Смотрите, видите? Церкви, купола. Очень красивые кисти. А с другой стороны геометрический рисунок. И получается
В одном платке два платка. Обожаю. И вот так это тоже смотрится хорошо. И вот так это тоже смотрится прекрасно. Кисти здорово украшают, да? Смотрите. Поэтому хочу вам сказать, заходите на канал к Елене Тагашевской. И без подарка вы от нее не уйдете. Еще раз повторюсь, впереди Новый год. Очень много нужно подарков. А тут получается, заказали платок, получили платок в подарок. Заказали сумку, получили платок в подарок. Это же очень выгодно. Где вы такое еще найдете? Нигде. Заходите, смотрите, выбирайте, и будет вам счастье. Красота!